Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Джонни Хоррор. С вами Джонни, ребят. Мы продолжаем с вами проходить Resident Evil 7. Всем добро пожаловать и приятного просмотра. Так, ну где тут сохранились? А, все понял. Ребят, если кто помнит, на предыдущем стриме мы нашли синий ключ. Сейчас нам надо найти красный ключ. Так, вот. Что у нас там еще по ходу дела было? А, мы нашли еще одну кассету, посмотрели запись и сыграли за какого-то персонажа. Короче, тут их не сыночек, тоже больной на голову. Короче, какую-то комнату закрыл мужика, вот, и он, короче, типа, как, если ты выберешься, типа, я тебя отпущу, окей. Мы, ребят, все сделали, все, вроде как, выбрались. Ну, нам тут он подлянку испортил. Торт, короче, был запечатанный гранатой. Вот нам, ну, все, мужичок, конечно, не выжил и не выбрался. Короче говоря, чувачок его, одним словом, на Е. Вот. Сегодня мы, ребят, продолжим проходить сюжетную линию в поисках красного ключа. И чтобы спасти его жену Мию, надеюсь, мы найдем ее. Ну, может, если постараемся, может быть, в этом или в следующем стриме. Так, ну что ж, погнали. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. Так, мы освободили, да, пару мест. Так, ключ у нас один есть. Так, мы сейчас, по идее, идем к бабуле. Найти интегрированную сыворотку. Найдите два карточных ключа. Так, разгадайте загадку. Главную спальню. А, там еще, да, было что-то с где, короче, сейчас мы нашли бабулю. Сейчас мы туда идем, как раз в эту комнату. Там надо, колючим. Короче говоря, этот, как его, часики надо поставить правильно. Вот, там была подсказка, типа, посмотреть на каждой часики. Если на каждой часиков одно и то же время, значит, это точно то время вот. Так, ну мы проверим, в принципе. Так, опять там эти чудики. Ах, вы гады. Ну давайте идите сюда. Я здесь, я здесь. Нифига у меня там клешня, блядь. Так, а мы сейчас от него убежим. Эй, дружище, здорово, хай. Бабуля, к тебе. Надеюсь, там они это не пойдут сюда. Воу. Так, что он там делает? Так, где тут у нас... А, вот часики, да. Сейчас мы попробуем.
Так, давайте, ребят, попробуем. Время. Что-то там было. Да. Точно. Все. Все как на том времени, да. 10-15. Потому что из-за этой записки. И так, в принципе, все понятно было. Так, это мы возьмем, конечно. Так, что у нас здесь еще что-нибудь есть? Бабуль, ты не против? Посмотрим, что у тебя там ящики. О, травульчик, хорошо. Это мы любим. Так, у тебя посмотрим, здесь окей. Здесь все пусто. Значит, какая-то контуженная. А здесь еще, погоди, фотка. Что там написано? Апрель 1980 год. Джек поступил в морскую пехоту. Джек. Так, что можно соединить? Нет, обменять нечем. Ну, в принципе, ладно. Так, мы сюда чуть попозже пойдем. Так, ну здесь ничего такого. А, отмычку. Слушай, круто. Так, секундочку. Отмычка. Где же у нас отмычка-то? Так, отмычка. Я так не особо помню, но мне кажется, есть одно место, где можно открыть хрень одну. Ящик один. Так, погодите, давайте-ка попробуем. Я, кажется, знаю где. Так, а где он? Так. Походу дела, кажется, я помню где. Сейчас. В принципе, просто отмычка, как бы нам, по сути, она нужна. И вроде как и не нужна. Где-то это... Если помнится, где-то это здесь, если должно быть. А, вот, да, все. Все, ребят, я вспомнил, да, здесь. Вот и отлично. Как раз ниточка подарок. Шикарно, ё-моё, ну это вообще просто офигительно. Так, здесь у нас... Мы вроде все подобрали, да? Ничего такого мы не пропустили. Патрончики подъехали, хорошо. Это мы любим. Так, ну вроде все. Ну все, идем бабуле уже, да уж. Всё, тут уже, по сути, это делать-то и ничего. Мы все обыскали. Тут червячки. Эй, я здесь. Так, у нас здесь ничего нету. Туалетная бумага нам не нужна. Уходим. Тут. Привет, бабуль. И не помешаем. О, травулечка. Так, давайте сейчас соединим туда. Не с чем. Окей. Че, похож на чердеж какого-то. А, это этот гранатомет. И чего? А, показывает, типа, где он, да? Ну да. Ну, мы как бы взяли его. Что, зачем нам нафиг он нужен? Ценная фотография. И в чем не цена? Что-то там, чья-то голова в кепочке. И что тут такое есть? А, тут спрятан кое-что интересное. Найди, если сможешь. Ясно. Ну, попробуем.
Может, то и найдем. Ты чего? Просто пустой. Нифига себе. Я даже не узнал бы. Стоп, стоп, стоп. О-о-о. Травонка, ясно. Теперь у нас больше предметов, да? Ну да, 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 прибавилось. Все шикарненько. Все, можно, в принципе, идти. Так, тут вроде все посмотрели. А, погоди, там он там что-то. Точно, точно. Вроде как все. Ну все, пойдемте вниз. Спускаемся. Блин, может он на бок сохранится? Или он, надеюсь, автоматом сохранится? Ну, чтобы по 10 раз не тыкать там ничего. Опа. Ух, ёп. Ебать, чё это за хрень? Что это такое? А, красненький. Он наконец-то нашли, ребята. Круто. А у тебя что здесь? Ушные пистолетные патрончики. Естественно, конечно, возьмем. Ты чё? Ты больше за халяву. Хрена тут, блин, пилка. Ебануться. За хрень тут там было, не пойму. Охренеть. Так, здесь у нас что-то есть. Единственное, не могу понять, зачем эти места пустые делать, если вы... Зачем их открывать вообще? Для чего? Нихера не пойму. Так, начательно. О, тушка. Тушка, тушка, тушка. Шкуру мяс. Тихо, тихо, эй. Не надо нам это. Так, а если как-то отодвинуть ее нельзя? Сейчас просто, ребят, тщательно немножко, да, посмотримся. Потому что, ну, кто знает, блин. Как обычно, что-то не проглядел, что-то не достал, что-то не нашел. Так вроде, блин, ничего. Ну, вроде нет, вроде нет. Ладно, пойдемте дальше. А, вот, ребят, все, 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 все. Все понятно. Вот как раз это и был. Так, нам надо валить. Нафиг, нафиг валить. Блин, валим. Воу, чё делает? Как неожиданно. Бля, капец. Валим, валим, валим. Ну нахрен. Не хочу даже связываться вообще, тратить ничего не хочу. Блин, опять не туда вышел. Есть там не будет его?
Надо выйти отсюда, блин. Вот постоянно тут и забываю, куда идти. Ну точно, мне кажется, не сюда. Так, а тут мы вылезли. Что делать это? Или здесь где-то? Воу! Да ты гонишь! Воу! Давай, 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 давай! Быстрее, 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 друг! Быстрее, 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 быстрее! Наверх, 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 срочно наверх! Давай, 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 давай! Давай, беги! Тихо, 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 дружбан! Воу! Счет! Я не думал, что он так заберется. А я все, я в домике. Все, пошел отсюда нахрен. Козел. Так. Где-то у нас есть что-нибудь сделать? Уже упырь, а? А, для гранатомета. Так, стабилизатор. Так, еще одна птичка. Так, сейчас давайте посмотрим, что можно соединить. Этого нет эпоксида. Так, 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 так. Не, ну вещь, конечно, хорошая, не спорю. Надо объединить. А есть чем объединить? Да, вроде нету. Только погоди-ка. Сейчас на что-нибудь убрать. Так, вот это мы уберем. Так, ты давайте уберем. Так, это мы все возьмем. Мне просто интересно, можно объединить. А, нет, она как отдельно идет. Ну тогда, значит, убираем их. Они как бы не нужны. Вообще от слова совсем. Пока нам не нужны. Так, и вот это мы убираем. Так, что у нас еще? Так, погоди-ка. Так, рука у нас есть. Гранатомет есть. Стероидики, ключ с вороной. Аптечная аптечка у нас одна. Ну, вроде как пистолетные патроны. Ну, пока нам не нужны, но у нас пока вроде все в запасе есть. Так. Давайте сейчас посмотрим еще раз на фотку. Чтобы понять и запомнить. Так, короче, чувачело, да? Клетка, короче, наверху чувачок. Ясно. Ну, ладно. Убираем ее, потому что она как бы нам уже по сути не нужна. Так, все круто. Так, давайте тогда сохранимся. То есть какой-то прогресс мы все-таки сделали. Вот, чтобы не было такого. Серьезно, чтобы не играть. Одно и то же. Мы сейчас все это перепройдем. Так, ладно, пойдемте дальше. Так, ну все,
Мы все вроде как в этом доме сделали. Ну, может, какие-нибудь есть еще секретные ходы? Точно не знаю, может быть. Все, нам теперь отсюда валить. Ключ мы как раз и нашли. Все, по сути, нам, в принципе, тут делать нечего. По идее. О. Звонок. Эй, buddy. Remember, those two key cards will get you into the party. Don't be late now. Let me talk to Mia. No, no, no! You gotta show up first! You haven't forgotten where the party is, have you? You can get in from the courtyard. So come on, man! Everybody's waiting for you! Что-то мне такое говорится, что... Что надо это, брать пушечку, гранатомет, заряжать по полной. Воу-воу, ты тихо-тихо-тихо-тихо там, братан. Хрена тут. А, давай-давай-давай. Эй, хер себе, я в домике. Да, мне так что-то такое ощущение кажется, что тут надо... Набираться сил. Так, ну о чем, в принципе, нам надо сделать? Мы можем, в принципе, здесь сейчас сохранить. Сейчас мы, короче, откроем там дверь. Воу-воу-воу-воу-воу, я понял, понял. Я понял. Бегу отсюда, бегу. Бежим, 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 бежим. Охрен тебе, охрен тебе. Козю. У меня нету. Так, ну что, попробуем грантик сюда поставить. Если мне кажется, хотя на три позиции, вполне, в принципе, должно влезть. Ну да, влез. Так, это влез, хорошо. Как-то так. Ну, мы попробуем. Может быть, в принципе, нам и лишнее будет. Может быть. Просто я сейчас не знаю, такое ощущение, просто он так говорит, типа, тебя, мы тебя ждем, и все такое. Такое ощущение, кому-то... Я буду с ним сражаться. Восемь, ни хрена себе. Блин, знаешь, где-то я не должны быть. Ну что, попробуем. Так, два и два этих. Ну, в принципе, я думаю, нормально. Эй, тихо-тихо-тихо, братан, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все, дверь закрыта. Все, будешь там теперь. Так, ну нам надо использовать, в принципе, вот это. И чего? Охренеть не встать. Короче, непонятно, что с чего, даже ничего не поменялось. Короче, хер какая-то. Ну да, нифига тут вечеринка. Это фосфорная хрень, светящая. Лец. Музончик прям будет здоров. Кому-то на вечеринку идем. А, ну уже сказал, что вечеринка. Ну чё, где клубняк? Где музон? Где туза? Туза, музончик хороший, руби ми. Громко. Ну чё, мне надо сесть, да? Окей, мы сядем. Парик. Мне кажется, он вообще от бешеной, блядь, просто. А, вот она. She thinks this thing is special.
back! The fuck! What? Oh, Evelyn! I'm just trying to show him! I'm just trying to show him that everybody wants to go back to how things were! There's a stupid bitch! She doesn't understand that I don't want to go back to how things were before my father found y'all! Now everybody wants to turn back the clock! So, Ethan, you can crawl around underneath that filthy, rotten house all you want looking for them ingredients, but you ain't gonna find a goddamn thing, Ethan. You'll need that serum? Ooh, baby. You're gonna have to come through me. You hear? Now, come on, Ethan. What do you say? Fuck! Ух ты, ублюдок, а. Короче, у меня вызывает набой. Чмошник. Ладно. Ладно. Так, ну попробуем, что у нас тут. Тут. Так, еще одна травулька. Оу, нифига себе. Чё? А почему не убирается? Чё это? А, вот всё. Погоди. Вот какая-то кукла. Где-то... Чё-то вот похоже на вот на эти стеллажи. По фотке. Так, сейчас, погоди. Где мой супергодный выстрел? Тут чувак не нажен, глаз алмаз, ты чё? Ты так, тут слепой, мне кажется, заметит тоже, блин. Если бы ты как-то спрятал, заныкал, ну тогда уж тут уже другое дело. Ну, что-то да, вот что-то, мне кажется, эти стеллажи похожи. Ух, ёп. Да-да-да. Конечно, чувачок. Так, хорошо. Ну, не знаю. Ну, что-то похоже, да, на это. Ну, вот хер его знает. Оно, не оно. Непонятно. Сейчас просто тщательно посмотрим, все ли мы тут нашли и собрали, чтобы ничего не пропустить. Как бы мало ли что, тут все нужно. Наверху, в принципе, я уже ничего нет, значит, это не тот стеллаж. Ну все, пойдемте, ребят. Дальше. Ух-ю! Нихрена себе. Ну ты прям вообще из пуха тебе. Угу. Вот где-то, мне кажется, в этих местах, да. Вон там. Вон, все, ребят, я вижу. Есть. Прям, в принципе, по фотке прям на таком, вроде как, искать это место нужно, да, а вот она на людном месте, по идее. Если все правильно посмотреть наверх, то да, вон, видите, ребят, вон там. Вот. Секреточку мы нашли. Хорош. Это хорошо. Так, тут вроде ничего такого нету. Рекомкомплект какой-то. И что он дает?
объединить. А чем объединить-то? Не, погоди. А, тут все вместе он. Какая-то непонятная хрень. Что-то там гайка, что ли, какая-то. И шуруп какой-то с трубкой. Что-то непонятно. А, все, все, все. Вот мы как раз нашли. Чтобы это, наверное, для сыровки, наверное, сделать. Да, 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 точно, точно. Вау. Вот это я даже не видел. Гаси. А что тебе надо? Быстрее, что ли? Воу, это что такое было? Не понял, что это было. Ты что, на бомбу что ли зашел? Вроде ты не был ничего такого. Охренеть, блин. А, нет, просто отражается место. Так, ну вроде как все. Так, отлично. Ух ты, неплохо. Совсем неплохо. Так, тут как главное поаккуратнее надо быть. Блин, понаставят вообще своих, блядь, ловушек. Ё-моё, ах ты козёл. Хрена себе. Сюрпризик. Офигеть. Блин, конечно, придется использовать. Хреново. Блин, даже соединить нечем. Фига даже, я даже использовал, ребята, и мне даже что-то это не справилось. Странно. Стоп, 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 стоп. А, вон. А, вот все. Стоп, стоп. Нифига он заныкал. Да, вот, видите, все. Так, это у нас... Не, погоди. Ну-ка, попробуем руку скинуть. Сейчас, погоди-ка. Не. Так, тогда убираем это. Так, нам нужна аптечку одну. Это, я думаю, тоже убрать надо. Так, Вадика. Странно. Это, конечно, как-то странновато. Так, блин. Сейчас что-нибудь еще. Так, ключ, мне кажется, вот эту змею убираем. Нам не нужен. Абсолютно.
Так, патрончики тоже ставим. Вот это мы используем. Так, ну как-то вот так. Угу. Так, у нас все нормально. Так, в принципе, давайте еще на что сделаем, если так можно. Если так можно. Наверное, нельзя, наверное, две пушки большие, да, использовать. Так, погоди. А, погоди, можно. Да, все, можно. Так. Тогда мы, у нас еще место есть, мы тогда возьмем и вот эту синенькую. Да, давай сюда. Ну, вроде как все. Угу. Так, отлично. Угу. Ну все, погнали. Ну, да, вроде все как бы все. То, что надо, но все и есть. I know. Fucking password, right? Why don't you try 0814? No. 0621. Хорош прикалываться, давай. It's 0514. Не, 05. Oh, come on. Take a chance, you never know. Козлина маленькая. Так, 05 14. Упс. Тихо. Так. Так, 05 тик-так. И чё? Не понял. Ты чё, блин? Вау! Ни хрена себе! А кто ж знал-то, блин? Ну чё? Фига себе! Охренеть! Блин, отсюда что начинаем? Опять все перекидывать по 10 раз. Блин, ну это как-то это. Ну ладно, хорошо, хоть отсюда. Ну, просто по 10 раз все это. Нет. Ну, в принципе, сколько? Назвал нам 3 пароля, да? Вот из них надо пробовать. Тоже полный козел. Да, надо все убирать. Не нужно. Так. Угу. Так, это убираем. Это тоже убираем.
тоже мне. Погоди-ка. Ну-ка, погоди. Ну-ка, дай-ка я ремкомплект. Ну, допустим. Объединить. Странно. Или у меня такого нету? Так нет. Так, ну вроде всем. Угу. Так, отсюда надо только свалить. А, вот, видите, да. А я что-то даже как бы внимания не обратил. Так, а здесь у нас ничего такого нету. Попробуем другой. Наверное, 0621. Ни хрена себе. Так, попробуем там 0621. I need to find the password. Давайте 0514. Нужно найти пароль. Вау, 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 вау. А где ж пароль-то найти? Тихо. Фига себе. Ясно. Вот нам сохранение. Здесь мы, наверное, сейчас будем пароль. Но он специально так сделал. Блин. Ах ты, бляха. Угу. Ну вот как раз можем, кстати, соединить. Так, объединить. Да. Отлично. Уже говнюк. Вроде как далеко. Коробка-то, блин, связана. Все равно, блядь, задевает. Ударная волна, что ли, блядь? Вообще непонятно почему. Какого хрена. Так. Сейчас, секундочку, ребят.
Так, ну что ж, продолжаем. Нам бы еще бы один эксплойт. Можно было аптечку достать. Ну, сделать, то есть. Так. А давайте-ка мы... Ой, ё-моё. Чё ты? Пидорас, блин. Какого хера? Так, можно вот эти взять. Нет, там. Угу. В принципе, что, все равно я как бы лучше, можно, в принципе, использовать ее. А, недостаточное место? Да ладно. Вау! What a home! Я понял. Понял. Сейчас поспешу немножко. Сейчас все будет место, не волнуйся. Так, это мы пока берем. Вот, вот так вот, да. Так, погоди, а тут, кстати, не... А, тут какие-то да, разные и предельные. Все понятно. Я по поводу патрон для пистолета. Думаю, можешь объединить там, а как объединить смысл? Тут предел. Так. Все. Так, это мы не трогаем. А теперь объединяем. Все шикарно. Теперь берем эту штучку. Главное не останавливаться, короче, будем просто идти вперед. Так, сейчас здесь. Топливо, блин. Топливо, это, конечно, тоже хорошо. Да какого хер? Бля, даже не заметил, честно. Вообще не заметил. А, черт тебя. Да. Ё-моё. Охренеть. А ты что, тоже, что ли, взорвался? Охренеть, ну что. Это какой-то вообще пипец, блядь. Это, блядь, специально было. Так, деревянная монетка. Может, конечно, может что-то убрать. В принципе. Наш, в принципе, тоже не нужен. Мне кажется, уже не особо пригодится. Ну, я бы взял вот эту, конечно. Поэтому давайте... Блин, на какую-то хрень, блин, столько потратить всего. Так, убираем. Чем мы убираем? А, ну нож давайте уберем. Да, убираем.
Монетку потом еще подберем. Нам надо сейчас пару их найти. На двери и все. Да откуда, блин, я чуть не могу понять, что за фигня-то? Может, конечно, бы и не надо было. Так, пока не будем брать. Там еще один. Вот да какого хера? Ты гонишь. Хереть. Живу урод, а. Так, траву какая-то, ладно, нормально. Не, наверное, зря это использовал, надо было просто лекарство обычное, блин. Так, где-то дробаша, это хорошо. Так, что у нас с порохом? Порох, порох, а где он? Объединить есть чем? Так, отлично. Да, есть еще. Так, нельзя на ту сторону вообще можно как-то попасть. Ну да, вон видите, там пульт. Конечно, было бы проще, блядь, взять и перешагнуть туда, нахуй, и все. Чем, блядь, круги тут наматывать? Мы же не ищем легких путей. Так, нам надо вот в эту комнату сходить. Еще кассета? Да ладно. Серьезно, что ли? Ничего себе. Так, у нас ничего такого не было, да? Ясно. Так, но мы сохранение сделаем только в другом месте. Так. Давайте сделаем здесь. Так, что мы там взяли?
Так, у меня как бы есть твердое топливо. Мне интересно, что с ним делать. Ну, допустим. Есть с чем соединить? Нету. Да нафиг она нам не надо. Так, ну вроде как тут все. Блин, тут, конечно, нормально тут ходить. Так, давайте уж отойдем подальше. Так, в принципе, у нас этого нету. Давайте это, знаете, как делаем? Огнемет пока, наверное, мне кажется, уберем. Чтобы патроны просто не тратить. А то еще как трачу, как это, блин. Вот у меня море всего, блин. Да, так будет лучше. Берем это. Так, это возьмем. Тут. Так, сейчас. С этим. Отлично. Ну, вроде как. Угу. Стремно, конечно. А есть ли реально что-нибудь есть? Ну, теперь сейчас тримаешься, блин. Так, красный, для чего он действует-то? Угу. Ну, кстати, попробуем. О, во, круто вообще. Шикарненько. Так. Какие-то странные звуки. Так, ну все, тогда надо спускаться, да? Как-то. Неужели прыгать? Ну, в принципе, да, наверное, да. Прыгать, наверное, надо. Просто как-то странно, да, ничего нет, в принципе. Там ничего нет, да. Значит, все, прыгаем, да. Так, батареи. Так, отличненько. Да
Да чтоб тебя. Жопырь. Блин, ну не было такого ощущения, что там что-то есть. Думаю, все уже, блядь, перестанет прикалываться. Так, ну это чтобы ворота открыть. Вот, вот сейчас вот наверняка, смотрите, вот нет, наверное, там ничего. Сто пудов. Нет никакой бомбы. Вот, я так и думал. Ну, стрёмно было. Для горелки. Для дробовика прям нормально, так что патрончик прям много. Ну так как бы относительно, да, хорош. Так, а как? Вот он, да. Ё-моё. Кат. И чё делать? В смысле, на какой будет и чё? А чё за бой? Воу. Нихера ты. Вау. Какой-то, какой-то кислотой, блядь, хера чё. Давай. Вот все, надеюсь. Фух. Толстячок, а. Хоть бы дал какие-нибудь смештяков, что ли, приятно. Какая злина. Так, ну там что-то он вот открыл. Сохранение. Так. Пищевые добавки. А они к чему, интересно, пищевые добавки?
Понятно, так нельзя их менять, да? Допустим, объединить. А что нельзя? Странно. Так, ну тут ничего нету. Так, мы, кстати, можем что-то сделать. Ну, в принципе, у меня одна есть, поэтому мы лучше оставим на лечение. Отлично, да. Так, ну вроде тут ничего такого нет. И что тут написано? 14.08. Ты на очереди. Понятно. А, все, вот он путь этот. Ясно. Хорошо. Так, ну давайте этот уберем. Так. Сейчас мы с вами, ребята, уберемся. Давай сюда. Так, и с вами уберем. Горелку мы возьмем, да. Так, горелка. Так, нормально. Тут хотя бы у нас один, ну ладно. Так, что у нас имеется? Так, ну вроде все. Так, какой там? 14.08, да, вроде? Опа. Готово. Buddy, this is a test of skills, so no cheating. That shit you're carrying, get rid of it. В смысле, все, что ли? Хрена-то, бля, хитрая. Как я буду с собой биться, скажи? Охренеть не встать. Так, я птичку-то оставлю. Сейчас он говорит, хочет выкинуть, да, барахло. Так, это тоже выкинуть. Так, это мы оставим, я так понимаю. Я же не думаю, что, бля... Так, слушай, а если я нож возьму? Ножик-то можешь включительно. По-хитрому. Я пробую. Ну вот все, я выкинул. Ух ты, козел. Понятно, короче, все надо выкинуть. Ясно, ладно. Раз все так все, ладно. Я с тобой. Козел.
Так. Ну, давайте тоже закинем. Ну да. Have a nice day. Ну ты урод-то, блин, а. Я помню, да, мы на прошлой серии играли. Охренеть. И что, то же самое, что ли, делать? Вот козел. Ну, погоди. Вроде, блин. То есть пока это... Так, а зажечь... Можно здесь газ, нет? Может, надеюсь, не надо так делать уже? Ой, ёп. Хрен, на тут, блин. Ясно. Угу. Так, ясно. Сейчас нам нужна труба. Где он, в принципе, тот же принцип, что да, на кассете играли за персонажа. Так, сейчас. Где эта херь? То же самое, да.
не помню. Так, погоди, поджечь надо. Ну, интересно, будет ли там бомба в этом торту или нет? Ну, давай, давай. Так. А сколько там еще немного осталось? Так, вроде как, теперь нам нужно сюда. Так, где? А, вот. Уходи, уходи. Слушай, а на кассете случайно не он был? Так, окей. Так, отлично. Вот, теперь, короче, вот так делаем. На тебе палец. Так, на тебе перо. Дружбан. То же самое написал Музар. Нет, там был другой чел. Да. Так, ну все, берем туда, короче. Шифруем кодик. Так. Люзер, люзер.
Так, отлично. Это мы проходим. Тут. Да. Так, ставим херобуду. Перекрываем. Поджигаем. Погоди-ка. Нет, тут ворота. Так, а точно будем ставить? Так, и, ну... И в чем прикол? У меня просто вопрос. Что там на этой стене? Просто что-то. Ну-ка, погоди-ка, использовать. Почему дальше не будет ни стая, ни твоя мать? Не хочет он идти. Рискнем давайте, в принципе. А у нас других вариантов-то, в принципе, и нету. Наверное. Капец, блядь. Как, в принципе, я так и думал. Может, так и должно быть? Давай, полюбас, вали. Не понял. Повторим. Ни хрена не понял вообще. Чё-то я не допёр, блин. Чё за хрень? Так, ну все, попробуем еще раз. Да ладно, отсюда что ли? Да вы что, издеваетесь что ли? Опять то же самое проходите. Так, ну и конечно интересненько. Так, ну ладно, давайте еще раз попробуем. Ничего страшного не было. Вот это козел. Так, сейчас, секунду, ребят.
on the cake. Kiss my ass. Ethan, language. There are children in the building. Somewhere, I think. I'm not sure anymore. Так, ну, в принципе, мы тут помним уже, поэтому, по ходу дела, мы уже сейчас все сделаем. Уже просто уже сократим немножко времени. И чё, не работает, что ли? Или будет работать, когда пазл будет собираться, скорее всего. Так, ладно. Ключ взяли, окей. Так, отлично, отлично, отлично. Так, отлично. Так, отлично, давайте пачку вернем. Нас вот пачек. Дружбанчик. Поджигаем. Так, ну, в принципе, можно уже их не взорвать. Или она нафиг не нужна. Да, отлично, отлично. На, вот тебе перо. Татурщику нафигачил нормально.
Вот же, блин, я бы тебе дал бы люлей, да? Косю. Шарики, 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 шарики. Так, люзик, люзик. Упс, упс. Берем, да, идем, 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 идем. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, идем сюда. Ставим эту хрень сюда. Там же сейчас, по идее, огонек будет, правильно? Так, чтобы огонек нам потушить, нам нужна вода. Все, ну вот как раз сейчас мы так и делаем. Надо главное, чтобы не потопить, а успеть. Есть пустота, понятно. Ну, может, разобьем потом, наверное, скорее всего. Давай, вставай, Итан, Итан, вставай. Фак, я понял. Вот сюда, да. Давай. Плевон, только сами сюда. Нет? Не понял. Вообще не понял. Прикола. Не понял прикола. А там же дверь-то закрыта была. И что тогда делать? Интересно. Что-то непонятно вообще. Ну, по идее, что, ну, вентиль, окей. Он сломал. Дальше сюда. Have a nice day. Kiss my ass. Ethan, language. There are children in the building. Somewhere. I think. I'm not sure anymore. А можно, допустим, сразу так делать? Ну, короче, пока ты не сделаешь, мне кажется. Ой, нет, не так.
Понятно. Короче, пока не сделаешь, ничего не получится. На тебе. Я не думаю, что надо все позже потом ставить. Какая разница тогда? Да, понятно, уже понятно. Сейчас, секунду, ребят. А, сейчас что-то не... вот это неправильно. Да, да.
Просто интересно, что будет, если сразу набрать. Все равно горит комната. Что-то я ни хрена не понял вообще. Да уж, интересное задание. Так, ребят, давайте на этом моменте мы закончим сегодняшний стрим. Спасибо, ребята, вам за просмотр. Спасибо за лайки. Поддержите, подписывайтесь. Приходите еще. Спасибо, ребят. Увидимся на следующем стриме. Пока-пока.